Привет, друзья! Вы на канале «Накачанные колеса». Мой канал об автомобилях, автомобильных запчастях. О нем я рассказываю о подделках, учу отличать контрафакт от оригинала. Также делаю обзоры на различные автозапчасти, советы для автомобилистов, маленькие лайфхаки. Делюсь тем, что сам узнаю и сам пробую делать. Экспериментирую на себе. Будут выходить новые видео. Все самое интересное еще впереди. Обязательно подпишитесь на мой канал. Сегодня я хотел порекомендовать вам товары с AliExpress. Товары, которые я сам заказывал и уверен в их пользе, о том, что придут качественные товары. Я думаю, что сам сайт AliExpress не нуждается в рекламе, и поэтому давайте посмотрим, что я для вас приготовил. И первый товар – это мой любимый лазерный пирометр. Пирометр, которым я пользовался во многих видео на своем канале, когда замерял коленвал, когда двигатель работал без масла, когда замерял термостат, проверял, работает ли он или нет. Кстати, в этот раз он не работал. И вообще, это очень классная штука. Стоит он порядка 600 рублей, это где-то $9. Это самый оптимальный вариант, потому что я находил дешевле, но на нем была доставка, там порядка 200 рублей стоила. Здесь доставка бесплатная. Рейтинг у него достаточно хороший, то есть высокий рейтинг и хорошие отзывы, так что можно заказывать, ссылка будет в описании. Следующий товар – это нужная штука для тех, кто хоть раз разбирал панель автомобиля. Набор незаменим, потому что отвертками или металлическими предметами можно поцарапать всю пластмассу, а этим набором никак не поцарапаешь. Набор с доставкой стоит порядка 400 рублей. Здесь полный набор, так как есть металлические крючки, которыми можно поддевать резинки или продевать провода в различные отверстия. Я думаю, если вам не нужны все эти крючки, вы можете заказать просто другой набор, который более дешевый. Это эконом-вариант лопаток, которым также можно поддевать любые пластмассы. Стоит он дешевле, стоит всего 107 рублей вместе с доставкой, бесплатная доставка. Так что можно заказать его, заказывайте, рейтинг у него высокий, ссылка будет также в описании. Следующая крутая штука – это Bluetooth-приемник AUX, с помощью которого можно слушать музыку на авто с телефона, совсем не используя проводов. То есть, грубо говоря, это заменитель провода AUX. Также его можно использовать как гарнитуру и разговаривать по телефону в машине. Вот так оно выглядит, бесплатная доставка из Китая. В нем есть микрофон, так что, как я уже говорил, его можно использовать как гарнитуру в машине. Заряжается приемник от USB, синхронизация с любым смартфоном. Также можно использовать как беспроводные наушники. Цена его всего лишь 600 рублей, ссылка будет в описании. Следующая на очереди светодиодная лента для подсветки фар автомобиля. Авто с ним смотрится, ну, очень круто. Их можно гнуть как угодно, согнуть хоть в круг и использовать как так называемый ангельский глаз. Цена комплекта 400 рублей, бесплатная доставка, рейтинг у продавца очень хороший, так что можно заказывать и не бояться. В комплект входят две светодиодные ленты, кстати, их можно подрезать как угодно, чтобы достигнуть нужного размера. Как я уже сказал, их можно гнуть и подводить под любую форму фар. Это смотрится очень красиво, ссылка в описании. Следующая штука – это лизун, который используют для чистки труднодоступных мест в автомобиле. Его нужно просто вдавливать в очищаемую поверхность, грязь прилипает и отходит вместе с лизуном. Я думаю, в интернете достаточно тестов с лизунами, так что многие знают, что это такое. Им очень удобно чистить клавиатуру на компьютере и удалять загрязнения в любом месте в интерьере. Стоит он всего лишь 137 рублей. Цвет его, кстати, для вас будет сюрпризом. Они каждый раз присылают разные. Прикольная штука, его можно использовать как антистресс. Ссылка будет в описании. Следующая нужная вещь – это кармашек-сетка для багажника. Стоит она всего лишь 200 рублей, но пользы приносит на всю тысячу. Края ее сделаны из липучки. Располагают ее на ворсе в багажнике. В этот карман можно расположить практически все, что вашей душе угодно. И не бояться, что это будет болтаться по вашему багажнику. Я лично себе приобрел таких две штуки и разместил все, что у меня было в салоне автомобиля лишнего и в багажнике. Сетка очень эластичная, ее можно тянуть как угодно, растянуть хоть почти на весь багажник. Там два отсека, можно положить и в первый, и во второй отсек. Так что очень нужная штука, заказывайте ее, ссылка будет в описании. Следующая нужная вещь – это диагностический разъем ОБД Bluetooth для использования с вашего смартфона.
С помощью него вы можете самостоятельно делать диагностику на вашем автомобиле, считывать обороты, температуру, заряд генератора. Также вы можете наблюдать все показания датчиков, видеть их отклонение от нормы, стирать ошибки, если вам это понадобится. Стоит этот разъем 300 рублей, доставка у него 80 рублей. Вот так вот он выглядит со всех сторон. Также у него в комплекте имеется диск для установки программы на компьютер и потом последующей установки его на смартфон. Ну, в общем, все будет понятно, инструкция будет в комплекте. Если что непонятно, вы можете найти видеообучение в интернете и самостоятельно разобраться, как им пользоваться. Ну вот и все, друзья. Подписывайтесь на канал «Накачанные колеса». Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Делайте репост главной записи. Учитесь отличать подделку от оригинала. Спасибо за просмотр. Всем пока!